Сегодня речь пойдет о проекте X-Tones, который, в принципе, уже смог покорить сердца огромного числа людей, потому как есть очень интересные особенности у экосистемы данной биржи, их возможностях, реализациях и том, как они собираются вообще доводить дело до какого-то логического своего завершения. В первую очередь нужно понимать, что речь идет о продукте, который ставит перед собой достаточно смелые задачи. Конечно, реализовать многие из перечисленных задач будет совсем непросто, потому как мы имеем то, что данный проект не может анализировать или как-то приходить к тому, чтобы добиваться серьезных сдвигов и анализа проделанной информации, из-за чего мы видим каких-то сложностей. В целом, если говорить о бирже, то она отличается тем, что предлагает торговать всем своим пользователям с реальными деньгами. И, как по мне, такая возможность является ключевой, так как миллионы людей сейчас готовы торговать только своими деньгами, какие-то криптовалюты или что-то еще, но их по факту не интересует. И если многие люди, которые смотрят это видео прямо сейчас, хорошо знакомы с криптовалютой и не видят никаких аналогов ей, то обычный пользователь знает, что есть реальные деньги, есть деньги на его банковской карточке, и только их он считает деньгами. Все криптовалюты – это инвестиции. Именно так мыслят большинство, хотя биржи при этом не поддерживают такое мнение, считая, что нет никакого смысла реализовывать сложные идеи и добиваться каких-то там фундаментальных сдвигов в том, что они делают или предлагают какой-то определенный продукт, надеясь, что он сможет каким-то образом стать чем-то новым или инновационным в этом сегменте. Поэтому здесь есть четыре ключевых особенности у этой биржи. Это мультивалютная поддержка. Можно использовать цифровые активы со всего мира. Конечно же, речь идет только о популярных валютах, но в этом ничего, в принципе, страшного нет, потому как то есть тот же доллар США является универсальным, и его можно смело использовать во всем мире, никаких сложностей, в принципе, в этом нет. Если говорить о пользовательском опыте, здесь все немножечко сложнее, потому как мы видим план на реализацию, и команда постоянно разрабатывает проект и внедряет интересные решения, которые она, в принципе, нахо посматривает у своих конкурентов. Многие могут назвать это зазорным, потому что нужно развивать что-то свое, но, например, я не вижу в этом никакого смысла, потому как лучше уже взять готовую идею, реализовать ее, и только после этого уже как-то задумался о том, что происходит, как это все реализовывать и какие ключевые параметры для этого существуют. И еще один немаловажный показатель – это высокая ликвидность, которую планируется достичь благодаря партнерству со многими биржами, которые, в принципе, готовы вкладывать, которые готовы делиться информацией и помогать создавать по-настоящему успешный проект, благодаря которому можно будет выйти на какой-то новый уровень или стать на шаг ближе к тому, чтобы завоевать доверие в этом сегменте, благодаря чему обеспечивается полный контроль над существующими микрофинансовыми организациями и том, как пользователи будут оценивать и анализировать. Есть уже мобильное приложение, которое можно скачать на iOS или Android, никаких сложностей в этом нет. Также можно скачать APK, если по какой-то причине удается найти приложение в магазине. В целом все интересно. Прямо сейчас можно зарегистрироваться, начать торговать. Никакого ICO здесь нет, потому как платформа направлена на то, чтобы добиваться успеха благодаря тому, что они являются первыми, кто будет и активно начнет развивать этот сегмент. В целом это все, что мне хотелось рассказать об этой компании. Если у вас есть какие-то вопросы либо замечания, пишите в комментарии. I just wanna be the one you love.